Андрей Арсеньевича Модестова, его работа как раз-таки является пациент-направленной. И та активность, направленная именно на содружество с пациентскими организациями, она получила большую известность и заслуженную оценку. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, весь июнь я испытываю большие волнения в связи с тем, что мой младший сын, выпускник 11 класса, сдает ЕГЭ, ожидает результатов и собирается поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию по классу вокала. Есть пока обнадеживающие данные, что 100 баллов он написал литературу, 100 баллов русский язык. На золотой медалью он заканчивает 11 класс 10 школы. И я приехал сюда, чтобы энергетику свою принести для того, чтобы все-таки у него получилось. Спасибо большое. Мы это очень ценим. Уважаемые коллеги, Красноярский край – это второй субъект Российской Федерации по площади территории, 3 200 000 квадратных километров, 2 миллиона 900 тысяч человек проживают на территории края. Огромный, конечно, вот субъект Российской Федерации, 4 тысячи почти километров с юга на север и 1200 километров с запада на восток. 300 тысяч населения проживают за полярным кругом в условиях вечной мерзлоты. Это города Нари, Ильск, Дудинка, Игарка и другие. И, безусловно, это накладывает отпечаток на работу с пациентами, на доступность, своевременность и качество оказания помощи. А именно онкологические пациенты, для них важен временной интервал, который, к сожалению, пока у нас в России не учитывается. Мы только начали об этом говорить. Но мы это учли в концепции развития онкологической помощи, принятой на коллегии Министерства здравоохранения, коллегии, посвященной онкологии в прошлом году до 2025 года, и затем прописали в приказах, в нормативах. Ну, вот представьте, пациент с опухолями головы и шеи. Безусловно, выживаемость этих пациентов зависит от сроков попадания на первый этап специализированной помощи. Поэтому в приказах у нас указано, что в течение 14 дней календарных от момента подозрения на злокачественное новообразование до заявки в специализированный наш онкологический диспансер должно не превышать эти сроки. Также мы очень строго и к себе подошли. Мы тоже для себя поставили срок 14 дней. Внутри нашей консультативной поликлиники это вот время ожидания попадания к специалисту, гистологическая, цитологическая верификация опухоли, дальше врачебная комиссия и дальше включается уже период ожидания на попадание в стационар на лечение. Таким образом, этот период 14 плюс 14 – это месяц. И еще примерно средний срок у нас 2 недели для того, чтобы пациент попал уже на специализированный этап лечения. Показатели заболеваемости с 1996 года, верхняя синяя линия, и смертности в Красноярском крае. Вы видите, что в 1996 году соотношение заболеваемости и смертности было 1,2. Это значит, 80% от всех выявленных умирали на первом году жизни. Сейчас соотношение в прошлом году уже 1,9. Но это не означает, что мы должны на этом останавливаться, так как смертность у нас 236,9 – это высокий показатель. Мы 14 место занимаем в России по уровню смертности от новообразования, Красноярский край. Хотя смертность в трудоспособном возрасте и в возрасте до 70 лет, как среди женщин, так и среди мужчин, у нас снижается. Растет она в возрастах свыше 70 лет. И это обусловлено в том числе еще и тем, что мы боремся с болезнями системы кровообращения. И когда кодируются причины смерти, судебные эксперты, которые примерно где-то 60% кодируют всех причин, они бросают как в мусорную яму к нам в онкологию вот эти случаи смертности. В структуре заболеваемости у мужчин Красноярского края на первом месте злокачественное новообразование трахеи бронхов легкого, на втором месте предстательной железы, третье – кожа, четвертое – желудок, пятое – ободочная кишка. Среди наших пациенток на первом месте молочная железа, второе место – кожа, третье место – шейка матки, четвертое – тело матки и пятое место – ободочная кишка. Вот с таким контингентом пациентов мы работаем.
буквально последние 5 лет, когда страна модернизировала здравоохранение, мы модернизировали онкологическую службу. Было принято решение губернатора Красноярского края о строительстве и расширении онкологического диспансера, и те здания, в которых мы работали много лет, не приспособлены. В основном они перепрофилированы из общежитий под нашу онкологическую службу, где узкие коридоры, отсутствие вентиляции, отсутствие лифтов, скученность пациентов и отсутствие всяческих нормальных условий, очереди огромные в операционные, которые тоже в неприспособленных помещениях. Мы сделали прорыв. Мы построили онкологический центр. Вот в 2014 году была введена первая очередь, которая безусловно улучшила условия пребывания пациентов в диспансере и работы персонала, что, безусловно, повлияло и на взаимоотношения нашего персонала с пациентами. Когда сотрудники работают в плохих условиях, с них очень сложно требовать хорошего отношения к пациентам. Вторая очередь завершилась в 2016 году. Вот если в первую очередь это был оперблок, реанимация, диагностическая служба, приемный покой и палатный корпус на 200 хирургических коек, то во второй очереди мы реконструировали радиологический корпус с заменой полностью всего тяжелого оборудования. Мы построили поликлинику новую на 650 посещений в смену, патологоанатомический корпус. И с будущего года у нас будет запущена третья очередь, это палатный корпус на 260 коек. Поликлиника, безусловно, это та зона, куда пациент попадает с подозрениями на злокачественное новообразование и с диспансерным осмотром. И вот мы постарались в проекте реализовать во многом свободное пространство, свободное передвижение для разных пациентов, в том числе инвалидов, их сопровождающих. Мы предусмотрели кабинеты врачей, состоящие из двух помещений. Это прием и процедурное, где можно взять биопсию, где можно провести инструментальное исследование. У каждого, и у врача, и у каждой медсестры на рабочем столе компьютер, электронная амбулаторная карта, сквозная запись на параклинику, на эндоскопию, на КТ, на МРТ, на УЗИ исследования, которые каждый врач прямо из кабинета, заполняя ячейки, записывает пациента, и как можно быстро мы следим, чтобы он прошел эти исследования. О сроках я уже вам говорил. Условия пребывания в стационаре для пациентов реализованы в виде удобных функциональных кроватей, которые меняют свое положение от пульта. Это кнопка вызова медсестринского персонала и у кровати на консолях, и в душевых кабинах, где пациент может и сидя принимать душ, и стоя. Отдельные туалеты, минимум это одноместные палаты, максимум 4-местные палаты. Вот поручни такие по всем коридорам выполнены, по всем новым корпусам, и все условия для инвалидов. Информационная система, электронная история болезни, она связана с амбулаторной картой и ПАК-системами, куда все данные с диагностического оборудования поступают. И на рабочем месте у врача видно все о пациенте. Он может очень быстро извлечь эти данные, использовать в своей повседневной работе. В том числе и гистология приходит у нас из морфологической лаборатории, и цитология, и иммуногистохимия по этой системе на рабочее место врача. Также у нас реализована электронная запись на госпитализацию, и она предусматривает, когда пациент проходит врачебную комиссию, и мультидисциплинарная комиссия определяет, с какого этапа начать, то пациенту выдается конкретная дата. Например, 15 июля вы поступите в онкоабдоминальное отделение. Ему выдается памятка, и он уже знает, но ему еще звонком напоминают, что вам 15 июля надо поступить. И все заведующие отделениями следят за тем, чтобы сроки эти соблюдались. Ну, несколько слов о реабилитации онкологических пациентов. Безусловно, реабилитация начинается с базового уровня. Это вот какие операции проводятся, какое лечение проводится в центре. И здесь хотел бы сказать, что у нас в России с реабилитацией, Татьяна Юрьевна, все очень плохо, и Николай Петрович. Потому что у нас нет ни программ реабилитации онкологических больных, ни специальных помещений в региональных онкологических диспансерах. Эту тему как раз-таки мы сегодня обсуждали с главным реабилитологом, и нам дали... Да, вот я об этом, я подхожу к этому.
нет нормативных документов, штатного расписания, специалистов. И вот мы пытаемся реализовать эти вещи. В наших новых корпусах мы создали зал для реабилитации наших пациентов, даже два зала. У нас есть специалисты, и мы работаем с нашими пациентами. Но вот то, о чем я говорил, что доля операций мини-инвазивных, которые щадящая хирургия, лапароскопическая, торакоскопическая, у нас нарастает из года в год. Мало того, что у нас количество пациентов прооперированных растет, мы в прошлом году прооперировали в круглосуточном стационаре почти 7 тысяч пациентов и 4 тысячи в дневном стационаре хирургическом, у нас доля мини-инвазивных операций 26%. Например, уже рутиной стала для урологов резекция почки, нефректомия лапароскопическая. Сейчас мы очень активно освоили простатэктомию. Мы сделали за последний год более 100 операций торакоскопических на легких. Ну и дальше продолжаем это дело осваивать. Фаст-трек технологии после операции – это как бы второй этап, который мы применяем. Недавно в журнале «Русский репортер» вышла статья про одного из наших профессоров Николаенко, который вместе с нами, с онкологами, сотрудниками отделения голова и шея, занимается восстановлением дефектов после хирургических операций. Это титановые решетки на магнитах с силиконовыми протезами, которые изготавливаются в специальной мастерской. Ими занимаются скульпторы, художники. И пациенты получают вот эти носы, уши, глаза, возвращаясь к социальной жизни, возвращаясь в социум в достаточно приличном состоянии. Это наши залы, где у нас проходят занятия постоянно. У нас работает 4 человека в штате. Отделение у нас называется профилактики и реабилитации. У нас даже по приказу нашему 915 нет отделения отдельного реабилитации. Поэтому вот количество процедур, которые мы сделали в 2016 году. Возраст, и также мы активно реабилитируем женщин с раком молочной железы прямо в отделении в маммологическом. Также мы с нашей пациентской организацией «Вместе против рака» и с движением «Против рака» мы активно проводим различные акции. Это и школы пациентов. Вот Николай Петрович частый гость на этих школах. Наши специалисты выступают на этих школах. Мы рассказываем, как содержать организм после выписки из стационаров, какие продукты питания употреблять, как двигаться, в каких режимах, как дышать и так далее. Затем у нас каждый год проводятся акции «Мы выбираем жизнь» на набережной, где участвует почти 1000 человек с губернатором, со средствами массовой информации, с разными локациями, площадками. Это все вместе с нашими пациентскими организациями. Мы проводим прогулки с онкологами в городе Красноярске, выступаем активно, вот просветительскую работу проводим с разными сообществами в кинотеатрах, в библиотеках, в ДК и по краю ездим. Вот недавно прошла такая акция, так и называется «Я прошла» на Красноярской ГЭС, где мы обследовали вместе с нашей пациентской организацией, все организовали и обследовали женщин на двух аппаратах УЗИ с рекомендациями наших онколог молочной железы, выдавая розу после прохождения этой акции. Мы выдаем наборы первой помощи пациентам после операции на молочной железе. Мы проводим психологическую реабилитацию. У нас два психолога, онкопсихолога работают. Кстати, медицинское образование у них. Они уже второй год выпускает наш медуниверситет психологов именно медицинских. Вот здесь задействовано и пение. Вот если можно кликнуть, пожалуйста. Можете кликнуть на этот слайд? Можете кликнуть? А, не получилось. Ладно. Живой эффект не получился. То есть у нас постоянно концерты для пациентов проходят в диспансере различных волонтеров из Института искусств, из художественных колледжей, из этих музыкальных колледжей. Вот мы рисуем с пациентами, проводим разные школы. И результаты перед вами работы психологов. То есть это такое тоже немаловажное направление в реабилитации, которое, безусловно, также нужно развивать. Уважаемые коллеги, нам с вами предстоит
предстоит большая работа по работе с пациентами и пациентскими организациями, потому что друг без друга мы, знаете, как тот самый веник, который можно поодиночке сломать, а когда мы вместе, то нас никто не сломает. Тогда мы большая сила, и тогда мы, объединяясь с пациентами против болезни, получается счет как в футболе 2-1, но в нашу пользу. Спасибо за внимание.